а что ты это, ты не мог бы? Дружище, ты не мог бы, пожалуйста, немножко башку свою? Дружище, уходить надо мне! Ты пож... Ты, пожалуйста, отвернись! Туда развернулся! Туда! Ой, ты ж посмотри на эту милоту, господи Иисусе. Нам с этим парнем будет явно по жизни по пути. Он нам устроит веселое существование. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Гигачат. Первый день, ты уже воодушевлен, я очень воодушевлен, просто капец. Это первый день где? У него в рабстве, что ли? Добро пожаловать в Гуантанамо, спортзал, наверное, да, типа жим. Пресс Е2 интеракт. Так. Так, я тоже играю за какого-то бодрого альфа-самца. Он даже нормально карточку приложить не может. Ему ее надо обязательно прикладывать, как в фильмах с Джеки Чаном. Да. Он, наверное, и хлеб такой. Дайте хлеб! Два, пожалуйста! И ряженку, да? Такой заходит, вообще крутой магазин. Ну ладно, что, поехали. Давай, открываем эту дверь или что? Пресс Е2 интеракт. Закрыто. Понимаете, не рады меня тут видеть совершенно. Нажми Space, чтобы продолжить. А я могу бегать? Могу. Как-то я бегаю немножко, как ужаленный во все места. Ну да ладно, так, у нас тут какие-то картины, так, какие-то ноги торчат. Нажми Е, чтобы взаимодействовать. Тут у нас кошен. Кошен, я извиняюсь, я должен что-то тут делать? Пиписы надо подсоединить к душу. К душу надо пиписы подсоединить, понятно? Слушайте, ну я это как его... Я вообще не собираюсь никуда никакие пиписы подсоединять. Но если игра говорит, как бы, то может можно. Так, Ой, профессор Говновозович, здравствуйте, это вы из кафедры физики, теоретики, теоретической физики, теории, да? Это вы, да, я вас узнал. Вы еще с Альбертом Эйнштейном, по-моему, в армии служили, да, я не знаю, что делали. Ну, короче, давай я тоже вместе с тобой, профессор, да? Можно понажимать что-то, да, или что? Ты ку-ку. Чел, ты чем занят? Электричеством питаешь небольшую африканскую страну или что? Чем ты сейчас занят? Я не понимаю. Нормально его плющит. Ну-ка, а если вот так вот посмотреть на это со всех сторон? Да. Мне уже нравится эта игра. Так, отлично, я должен с гантелей сесть вот сюда, по-видимому, да? И начать... Ой, сейчас родим, ой, сейчас... Ну все, Гигачат, берегись. Ты думал, что ты сильно опасный тут? Ты ошибаешься. Посмотри на меня. Посмотри на меня, что я творю. Дедуль, ты видел, а? Ты видел? Чё ты тут вот это вот лениво тут нафигачиваешь? Алё, ты смотрел вот сейчас, было что? Ты видел, что сейчас было, а? С усами со своими. Усатый хрен. Надо посмотреть на себя в зеркало, да? Какой я крутой. Ну-ка, давай. Видал? Видал? Есть у тебя такое пузо, а? Нету, вот и все. Понимаешь, в школе сумоистов тебя засмеют. На сегодня хватит, надо домой. Ну это, я считаю, позанимался как настоящий мужчина просто, да. Как же иначе? О, так, чат, Гига, который... Это он, наверное, где-то вот в этой двери, да, получается? Добрый день. Уважаемый сенсей Ли Куан Ю. Ли Куан Ю, это, по-моему, вообще тип, который в Сингапуре самый главный. Я не знаю, почему я его вспомнил. Короче, сенсей, уважаемый смотритель кунг-фуишного монастыря. Расскажите, как вам моя техника? Поднятие гантели. Вы видали вообще это дело? Вы видали, как круто... Окей. Ладно, допустим. Я тоже, если вы не против, товарищ Дрищ, я не хочу в душ. Да, наверное, с этим товарищем Дрищем в соседней кабинке я в душ не хочу. И в туалет не хочу, потому что товарищ Дрищ в соседней кабинке, он по-прежнему есть. И в этот туалет он тоже оттуда просматривается, понимаете? Слушай, это вообще как-то очень лениво на самом деле моешься, дружище. Единственное грязное место в твоей жизни это голова, я так понимаю, да? Ну окей, хорошо, я тебя понял, товарищ. Блин, что у него с ребрами, это капец какой-то. Слушай, ты, я так понимаю, в качалку идешь не то что в первый, а в нулевой раз. В минус первый раз, наверное, да, ты идешь? Ты, наверное, настолько не ходил в качалку, что ты был там минус 50 раз. Вот наверное, так. Выглядит он стрёмно. Он выглядит даже худее, чем я в мои самые худые годы. Так, ну ладно. Фудкорт. О! Вот это место для меня! Вот это ради чего мы, собственно, сюда и пришли. Гигачат, это ты? Вот что пицца с людьми делает. Да не, я надеюсь, это не он, слушай. Так, здорово, мужик, это... Я отзанимался, я заслужил, как говорится. Дай мне 50 пиц, пожалуйста. Я не голоден. Да ты гонишь, а ты что-то хочешь вообще в этой жизни, придурок? Нажми Е. Ненавижу суши. Что ты вообще любишь? Он суши он не любит, пиццу он не любит. В
туалет ходить тоже не любит, душ не принимает. Наверное, нам надо искать гигачада. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Блин, что за картины тут странные? Тут очень-очень странное искусство, я должен доложить. Вообще его не понимаю. Вообще не понимаю этого современного искусства. Это эти гениальные Энди Уорхолы и прочие товарищи как нафоткают какой-то ерунды, так... Пипизы должны быть в душе. Что мне делать? Мне пипизы надо искать или что? Где пипизы? Где искать пипизы, скажите? Так давай сюда. Может быть, здесь уже открыто. Уже должно быть открыто. The door seems locked, понимаете? О! А, так я должен уйти, неделя два. Блин, чувак, это было офигенно. Нет, не было на самом деле. О, нормально. Ну, чисто в сумоисты готовлюсь. Вы видали, как я четко это? Да, тут все по-прежнему закрыто. Хорошо, значит, мы туда-сюда, короче. Типа, недели как... Ха-ха-ха! Привет, приятель! Да, я понял, мне туда, если что. Ну, мы вначале все равно... Так, ну, тут пипизы, понятно. Что тут пипизы? Что тут нам эти пипизы? Давай вот сюда вот сходим, посмотрим, как дедуля поживает. Тут ничего не меняется абсолютно, да? Мы вот... Давай! Давай! О, да. Недурственно. Ладно, пойдет. Зато от запора избавился. Тоже неплохо, как бы. О, сейчас бег будет. Ох, сейчас мы. Так, 3.59 еще. А что за 3.59? 3.59 это 3 секунды 59 миллисекунд. Это наше прошлое время, да? Ой-ой-ой. Гигачат, ты видал, что творю? Ой. Ну все, теперь гигачат тебе устроит, дружище. Это уже было сломано. Ну, естественно, это уже было. Да тут все уже было сломано, дружище. Даже твоя жизнь, она уже была сломана до того, как ты сюда пришел. Что мы тут делаем, только непонятно. О. Неплохо. Неплохо. Я человек-рука и еще одна рука. Человек-рука и еще одна рука. Это... Привет! Здорово, приятель! Ну давай, кто быстрее, что ли? Нажми space, чтобы встать. Я могу себя теперь сфоткать. Ну, это святое дело, ребята. Ради чего еще сюда ходить, правильно? Давай, press E to interact. Nice. Мы за другого человека играем, что ли? Я понять не могу. Я голоден, надо пойти пожрать. Да подожди, какой пожрать? Ты посмотри тут это. Ты хочешь пожрать, дружище? Пойдем пожрем. Пойдем пожрем, родной, а? Пожрем. Тебе точно надо, ты вон какой здоровый, не хочет. Ну ладно, хорошо. И все, тут же дрищ. Надо же, некоторые вещи вообще не меняются. Чел тупо приходит покупаться, у него воду отключили. Отключили воду, у него воду, понимаете, он в аду живет без воды. Поэтому, собственно, приходится приходить сюда. Ну ладно, надо пожрать. Так, можно за вами, у вас этот недоеденный кусок пиццы уже сутки лежит. Мне кажется, он вам не нужен. Здрасте. О! О, я понимаю, сейчас присядем как. Сейчас присядем. Сейчас гигачат придет и скажет, ты что делаешь, да? Реально, что ли? Здорово. Давай со мной тоже кусочек дам. Небольшой. Что у него в руке? Нажми Е, чтобы жрать. О, слушайте, так я... Странный человек предлагает тебе... Ты примешь? Ну, давай. Блин, это жесть, я это вырежу вообще. Окей. Допустим. Короче, он накормил меня сахаром, я беру какой-то топорик и выхожу отсюда нафиг вообще. И из этой замечательного места. Гигачат, Экзе, ну ты что, обалдел что ли, а? Я думал, мы с тобой подружимся, а ты вон какая радость. Дверь закрыта. Кого я обманываю? Я так не думал. Я был уверен, что до этого дойдет, вы представляете себе? Так, хорошо, окей, давайте. Опа, он за всеми следит. И ты даже следишь за дрищом, который принимает душ. Ай-яй-яй, гигачадушка. Гигачат, гигачат, гигачадушка. Гигушка ты моя чадушка. Ты шо вытворяешь? Ну ты ж совсем опалоумил, что ли? Так, открываем дверь. Я могу как-то левой мышкой? Нет, не могу левой мышкой. А ну. О! Пресс Е ту интеракт, да? Интеракт давай, это все. Сейчас я побежу. Побежу, да? Я побежу, наверное. Кажется, я должен побежуть. Я должен побежуть. Сзади там какая-то жуть. Я прям чувствую. Да шо... Да, я слышу, там что-то приближается. Что-то приближается. Давай, топорик! Топори топориком быстрее. Куда, где, что, что? Что происходит? А-а-а! Нифига! Нифига себе! Я не успеваю! Реально гигачат экзе, еще какой экзе, ребята. Все великолепно, все прекрасно. Гигачады отстают вообще. Им с нами не сравнится. Просто мы великие, супер скоростные товарищи. Какие там чады, какие там гига. Какие там гига, какие там чады. Все правильно, правильно. Так, все, давай. Оп!
Оп. Да что такое? Долго это еще? Да ты что, издеваешься, что ли, козел? Ты что тут понаделал? Блин, это было смешно. Так, реально ржачный хоррор, по-моему. Нифига не видно, очень темно. Так, и что мы? И что мы здесь? Серьезно? Ну я-то могу, да, с моим-то пузом я же ни разу нигде не застряну, правда? Прям так охотно верится. Чё-то ничего не видно вообще. А, во, вот сюда. Так, вот сейчас вниз надо смотреть. Что-то там увидим по-любому. Ну какая-то мордаха будет гигачадовская торчать, да? Или же... А, ясно, ясно, понятно. Все, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, это норма все? Давайте я попробую сейчас сразу назад, прям сразу, еще и ускоряться как-то, не знаю. О, 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 нормально, нормально, прокатило, да? Лопаточка? Ты выжил, но, к сожалению, ФБР... Тебя, в общем-то, за то, что убил невинного монстра, посадило, да, я понял, да. Спасибо, что сыграл. Перепрохожу игру, потому что мы еще можем отказаться от того выбора, который нам дает гигачат. Я на второй неделе, я, значит, шел по коридору, он там выскочил, и вот он где, гигачат, родной, выходи. Выходи, гигачат, дружище, давай играть, давай веселиться, нет. Не хочет гигачат, дружище, веселиться, ребята. Гигачат хочет там сидеть. Ну ладно, отклоняем его предложение. Че? Ты обиделся? Да ладно тебе. Я лучше вон в стиле Майнкрафта покушаю пиццы немножко. Смотри, трикусь. Я все съем прям? А, вроде все. Этого хватит, да? Теперь мне надо идти домой. Неделя 3. Вот ненавижу, когда недостаточно жарко. Тут когда-нибудь откроется или нет? Мне уже любопытно, что там. Door Sims Locked опять, понимаете? Так, хорошо, идем сюда. О, тут у нас уже... Дедуля уже помер, все, уже перенапрягся. Одной рукой, нифига, этот отжимает. Чел, ты что, какие отжимания? Посмотри, что этот вытворяет. Будь таким же. Давай, попробуй тоже, я хочу посмотреть, как ты родишь от натуги, когда будешь пытаться это повторить. Так, ну что, мы, в общем-то, замечательно занимаемся, да. Хотя я чувствую себя полным дном по сравнению с вот этим товарищем, что бы я ни делал. Нифига себе. О, извини, а что ты это? Ты не мог бы? Дружище, ты не мог бы, пожалуйста, немножко башку свою? Башку свою, это мне в душ надо. В душ мне надо... ты что, в душе так же за мной наблюдать собрался? Алло, слышь, ты! Мне надо уходить! Дружище, уходить надо мне! Ты Ты, пожалуйста, отвернись! Не надо на меня так это. Вот смотри, чувак отжимается. Смотри, какой, ля какой красавчик. Ля какая прелесть. Вот давай на него смотри. Давай на него смотри, от меня отвернись. Ты понял, а? Ты понял, что тебе говорят? Нет? Родной, все, угомонись, пожалуйста. Так, ладно, куда мне надо? В душ, да? Ну давай, хорошо. Это вот сюда, вот правильно? Да он мне сейчас там трубы, наверное, перевяжет там, я не знаю. Ну или перекроет. Но он скорее перевяжет. Он такой сильный, что он перевяжет, реально. Так, мне сюда, здесь по-прежнему... Да, здесь ничего не меняется. Мужик, он уже 3 дня тут стоит. Ты можешь его это, сказать ему, что спортзал закрывался несколько раз за это время. Человек бедный не ест вообще, не спит, только моется в душе. Представляете, какая тяжелая судьба на самом деле. Так, ладно, окей, мы ждем гигачада. Он сейчас подойдет сзади, да, наверное? Скажет, а ты мыло не ронял, да? Не ронял я мыло, уйди. Нажми Е, чтобы проверить. Ну давай. На того придурка лучше посмотри. Вот на того, он очень хочет, он добивается твоего внимания очень пристально. Давай, вот туда развернулся, туда, там этот, дрыщ, ему нужно твое внимание. А, все, hold E to check. Вода что-то недостаточно горячая, надо пойти и с пипизами что-то сделать. Так сейчас тебе гигачат сделает с пипизами. Смотри, а если я тебе так, тебе будет приятно, нет? А ему вообще пофиг. Ребята, у вас какие-то другие вообще грязные части тела существуют, кроме головы? Нет, что вы странные какие-то. Ну да ладно. Хорошо. Идем сейчас перекроем пипизы, да? Пипизы перекрыть, это мне надо вот в ту сторону. Все, пипизы уже окей. Да? Ну отлично. Так, открываем дверь и ждем скример. Открываем дверь и ждем скример. Почти. О, господи. О, господи, извините. Я это... Чуток перестарался. Ты меня очень разозлил. Из-за чего? Из-за того, что тебя облило кипятком. Да ладно, господи. Подумаешь, родной. Да это небольшой кипяточек.
Кстати, мне нравится, что уборщик продолжает флегматично протирать пол. Это здорово. Уборщика вообще все, по-моему, устраивает, да? Так, ну что, мы встаем. Мы просыпаемся. Здорово, мужик. Как ваши дела? Принимался душ до смерти, да? Ну, это так и было. Это так и было до моего прихода. Я тут ни при чем. Понятно, что-то все немножко приболели. Ой, кошмар. Потрачено. После того, как Гига подскользнулся на банане, ФБР тебя арестовало за то, что ты грохнул 4 человека. И ты попал в тюрьму. Ну, что поделать, ребята, что поделать. Здесь вот, кстати, вы можете еще много посмотреть всяких видосиков по типу тоже смешных хорроров или что-то в этом роде. На этом мы заканчиваем. Вот такая вот судьба у нашего бедного Гигушки-чадушки. Банановая кожура, ребята, это дело такое. Все персонажи мультфильмов на ней, как говорится, подскальзывались на этой проблеме, да. На этом, в общем, все. И всем счастливо, всем удачи, всем пока, увидимся вот там.